В преддверии Нового года глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с представителями общества ветеранов муниципалитета, чтобы подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве между администрацией, Советом депутатов и ветеранской организацией района. На протяжении долгих лет Ленинская районная организация ветеранов считается одной из лучших в Подмосковье. В ее активе фронтовики, труженики тыла, ветераны военной службы, участники боевых действий, ветераны труда. Сейчас вот время такое, очень много ветеранов выходит из жизни, это наша беда. Поэтому на поверку выходят вот сейчас не только ветераны Великой Отечественной войны, их уже не осталось живых, а ветераны труда, ветераны локальных войн и так далее. Все они входят в состав нашей организации. Взаимодействие с ветеранами Валерий Венцель считает одной из приоритетных задач. Он поблагодарил членов организации за их активность и большой вклад в развитие муниципалитета. Глава также отметил, что ветераны всегда были и продолжают оставаться лидерами общественного мнения. Может быть, мы слишком редко говорим вам за это, за все спасибо, потому что одно ваше слово на каком-то мероприятии, на каком-то собрании, оно имеет вес всех тех, кто находится в зале. Это действительно так. Я еще раз хочу вас всех поблагодарить и в торжественной части, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающими праздниками. Каждому члену ветеранской организации удалось лично пообщаться с главой и передать ему свои пожелания о развитии Ленинского района. Все просьбы и идеи были взяты на вооружение.